Останавливаться, то тогда не будет какого-то дальнейшего роста. Валера начал свою карьеру в 13 лет, да, когда выиграл гран-при международного конкурса, который организовала Образцова. И Образцова предрекла ему счастливое будущее. То есть она вас стартанула. Вы уже к тому времени закончили музыкальное училище? Нет, я еще не закончила. Я училась в Самаре, а я только потом поступил в музыкальное училище в Москве. Да. Я ехал в 17 году. Да, ну вы тоже благополучно. Вы все поете, да, поете на исторической сцене. Да, это вот началось, я так называю, взрослое становление, потому что начались не только проекты здесь, в России, но и за рубежом. То есть уже удалось поучаствовать в российском фестивале, пройти стажировку. И я очень рад, что тогда, когда меня принимали на работу в театр, туда Сухин, дирижер, когда руководил театром. Большой театр. Кто поверил в меня и дал мне спеть первую роль на исторической сцене, это, конечно, был очень важный этап. После этого уже я стала активно развиваться в российских ролях, петь музыку России уже на других оперных сценах. Была премьера «Клетки Луны» в Сеуле.
Вот. Ну, конечно, я помню об этом событии, для меня знаменательно, что именно здесь, в России, в Большом театре, началась вот такая большая интересная партия поэзии и на камерной сцене. Да. Я собираюсь в воскресенье пойти на ваш спектакль. Знаете какой? Линда Душина. Да, да, да. Везу вам специально огромный букет пионов. Спасибо. Я знаю, что в Геликон опере поете. Да, вот с этого сезона я являюсь еще солистом театра «Новая опера». Да, «Новая опера». Это тоже для меня является премьера, очень важным театром, потому что... Вы там «Онегина» пели, я помню. Да, и не только. Но вот первая моя в «Новой опере» – это был «Сибирский цирюльник». Партия прошла как раз именно в этом театре, и сейчас в этом сезоне были дебюты и в Борисе Годуновой, в партии Родипова, и вот в партии Ленского. Сейчас мы готовим очень интересную премьеру французского композитора, которого много знают по балетной музыке. Это Адан, который написал «Жизель», «Дон Кихот», но мало кто в России знает его как оперного композитора, и уже 11 июля мы представим его в опере премьеру, который называется «Почтальон Дон Жумо». Да, это здорово. У меня создается впечатление, что я вас видела в одном спектакле. Да? Да. Только именно пьесы. Вы же там проводите. Да, уже там, да. Вы еще обратили внимание, очень интересный спектакль. Господа, это Астрахан поставил. Да. Самое главное, вы там не показали, что вы там пелись уже контртенором. Там были разные просто... номера, да. И Шуберт, и Надир, да. «Скажите, девушки», да. И была такая идея включить оперного артиста, потому что все действия происходят как бы на вокзале, и каждый раз с появлением нового персонажа, да. В опере появлялся артист, который раньше же на вокзале всегда давали вокальный перформанс, поэтому вот с каждым появлением персонажа я выходила и представляла вокальный номер, в том числе задача показать разные вокальные стили, в том числе и западную музыку, где высокая дистура краса. Как и в почтальоне. В Абхазии я принимала участие в половину жертвы, так и дорогу, которую мы устанавливали, где тоже... Как это все можно купить? 22 года, ребята. Я вычитала, что вы даже оперу написали. Да, есть такое. И где-то она шла... Она вот именно в рамках театральной сцены не шла, но два раза ее представили с моими коллегами в Большом театре. Сначала в Санкт-Петербурге, в культурном центре «Простой», а вот совсем недавно, год назад, мы представили ее в рамках проекта фонда «Елена Простовой». Опера называется «Белга» по легенде Ивана Бунина. Очень интересная легенда о девушке, которая пожертвовала своей душой ради спасения любимого человека, который ее отверг, и она спасает его, но никто не узнает о ее миссии, и она узнает, что это чайка. Нет, это одна моя опера, но я сейчас активно ее продвигаю, я сейчас закончила, я подаю ее на международный конкурс. И если ее отметят, я думаю, что она будет как-то услышана. Для меня всегда была загадка, поете ли вы реально на итальянском языке или на тарабарщине?
Конечно, на итальянском. Я Наташа тоже это развеивает. Нет, представляете, все это запомнить. Ну а как это? Во-первых, нас никто просто не выпустит на сцену, если мы будем петь тарабарщину. Потому что вот даже сейчас на постановке «Почтальона из Бонжумо» с нами работает профессиональный коуч, которая выберет не только, чтобы мы, да, не только, чтобы мы пели правильный текст, но и произносили правильный фонетик. Или вот, например, «Волшебные флейты», помимо оперных фрагментов и номеров, у нас есть целые диалоги на немецком языке. Конечно, с нами работают профессиональные носители, да, которые... Это 22 года. Но просто нет слов. А уж в Италии, когда приходилось пить там каждую буковку, уверяли. Я перевожу каждое слово, потому что иначе это очень тяжело запомнить, особенно речитативы. И да, это у многих есть такой миф, что если все оперные будут на всех языках, что они совершенно знают. Совершенно нет. И, наверное, это нереально, потому что нам приходится петь. Например, в одну неделю приходилось петь, например, 3 разных оперы, и все на разных языках. Ни в одном театре оперы Бизбера нигде. Вот. Поэтому я с огромным удовольствием хотелось бы спеть «Сомнамбулу» и «Пуританию». А «Пуританию» ты дойдешь? В Москве нет. Мне очень интересно спеть «Герцога». Четыре оперы, где мне хотелось реализоваться. Роман с твоей девушкой. И роман, и народный есть. И роман, конечно. Даже учёнка, я постоянно исполняю. А вы сейчас стали? Уже как 5 сезонов. Ну и что, сюда достигло предел? Мы же не в балете, да? Нет, ну как бы предел никогда не достигается. Ну ладно, вполне. Да. Партий довольно много, но я вот так считал,
Ну, думаю, около 20 партий, наверное, есть. 22 года. Иногда репетируем, да, бывает, что по-разному. Театр — это целый организм. Вы знаете, вот немножко себя думаю. Я первый раз попала в Большой театр, когда в школе в 7 классе проходили «День Онегина». У нас такая газета была, образ, да? Но раньше артистки являются, которые свободные. Да. Вот, у нас не будет посылок, вот, мы перешли на балет. Потом мне уже очень жалко. Нет, сейчас я уже... Приходите, моя супруга, я думаю, вас не разочарует. Она попала. Да. Но там идет очень хорошая постановка. Но вы же поете Ленского в новой опере? Да. А почему? А как? Она не может быть приглашена, да, чтобы вы... Ну, это вопрос руководства. Да, вопрос руководства. Было бы интересно. Я думаю, да. Мы недавно пели в концертном, правда, варианте на день рождения Пушкина на ВДНХ. Да, за приглашали, я помню. Да. Это очень... К сожалению, Татьяна Сидентовна пересекается. Ну, в одном случае все равно. Сердечный друг, желанный друг, приди, приди, желанный друг, приди, открой супруг, приди, открой супруг, приди, приди. А дома вы обсуждаете вот работу друг с другом? Конечно, да. Критически, да? По-разному. Зачем? Критика, знаете, и так хватает. Зачем еще и друг другу? Подсказываем друг другу, какие-то советы дают. Конечно, да. А вы можете контртенор? Я не пробовала. Тенор включает в себя много, грудного пения, фальцетом, в зависимости от балла. Не все могут. Сейчас, в принципе, на самом деле, тенорок нет. Все искусственное пение. Потому что это баритона, которые поют искусственно. А, все. То есть они не с тенором родились, а из баритона. Да, конечно. Сейчас жизнь не может меняться. Ну, баритон, да? Нет, такого, я думаю, не может. Хотя с течением жизни, например, когда ты становишься более старше, это как-то... пластикомит, он же пришел с компетентом. Тоже, потому что ему нужно быть тяжело петь вверху. Но тембр голоса, он кардинально не меняется. Все равно я никогда не спою бас. Бас. Чтобы бас, я не понимаешь. А бас и бас у нас мало также. Понимаете, еще очень важно подбирать роль для меня лично. Культуру по внешности, по темпераменту. Не кажется. Он такой романтический. Нет, почему? Я исполняю разные роли. У меня, например, есть роль в «Черевичках», Чайковского «Вечера на хуторе без Дика», где я исполняю роль школьного учителя театра. Один раз у меня мама приходила в спектакль, приезжала, и она меня даже не узнала, потому что меня одевают такой седой парик, я себе делаю грим, листы морщинки, замазываю брови, и, в общем, одеваю очки и превращаюсь в такого старикашку. Поэтому разные роли приходится играть. Роли все же получается, да? Когда для меня да, поймете, потому что я не люблю слово партии. Партия — это то, что как бы написано. Партия могут быть филармонии, а все-таки мы артисты. Да. Нет, есть, конечно, наиболее такие важные роли, не любимые, а важные, которые тебе приятно исполнять. Есть роли на сопротивление. За сопротивление, но их все равно невозможно сыграть, потому что приходится любить. Иначе ты не сможешь донести зрителей. Правильно вас спрашивают? Потому что люди приходят для чего? Получить частичку счастья, любви, а если ты сам не наполнен, да, подаришь зрителю. Поэтому каждую роль надо полюбить и как-то принять, под себя найти. Так же, как и актеры в драматическом, они проживают свое, когда вы проживаете. Я еще хотела спросить по поводу отдельных спектаклей на исторической сцене, оперных спектаклей. Я их все практически рассмотрела.
хоть я и не дилетант, и не такой большой любитель оперы, но вот, современная постановка, типа вот «Демон на мотоцикле», или когда вот это вот... Да, это наша боль, да? Луиза Миллера, когда она там на каком-то складе ходит, а папа охранник, да. И она там тает, а он охранник, в халате. Вот как вы относитесь к современной трактовке? Как или ближе такая, да? Это режиссер, он так видит. И опять же, мы обязаны... А он имеет право так видеть. Существует этот композитор. Или про это было написано соответственно. Ну, знаете, у нас были такие спектакли, когда нам приходилось в батуте прыгать и полуголыми выходить. Например, Пезер вообще выступал в одних. Я прихожу, например, в костюм. Мне дают такой пакетик, говорят, мама, вот возьмите, поверьте. Я так думаю, это все, одеваю плавку. Что он говорит, да, и халатик сидит. Халатик надо доносить задумку композитора. Я понимаете, думаю, что в музее мы не подрисовываем. Поверь, я просто думаю, да. Это надо для того, чтобы как-то вот привлечь зрителя. Ну, что-то обратное, да, происходит. Да. Чтобы они вот видели, да, вот они приходят на складе. Вот я вам раскрою секрет. Опера «Почтальон» был очень красивый, классический, красивый. Да, это замечательно. Надеюсь, у нас это красиво. Да, с удовольствием. Так что я всем советую обязательно читать. Сейчас есть возможность в интернете узнать, какая постановка, в каком стиле. Там же никто не принуждает, да, как бы идти на ту или иную постановку. Артист и зритель имеет право выбирать, да, куда не пойти. Поэтому хочет пойти в большой театр. Нет, сейчас в большом театре есть сейчас сказать. И старик. Вот сейчас приезжал Иван Фанин, да, два спектакля. Да, два спектакля. Ой, ну, историческая, красивая постановка. А сейчас вот я жду, они бы «Чесаревский фонтан» должны принести. Почему-то редко ставят, что советские времена бы «Чесаревский фонтан». Ну, вот сейчас, чего пройдет. Солнце рано и ходит и не жить. Стану я ехать голубку мою. Теплой заботою, лаской любовною будем друг другу мы жизнь наслаждать. Как я боялся та, как я тревожился, но театр – это разговоры душ, да, зрителей и артистов. То, что мы можем получить в реальном времени. Наверное, лично для меня, я осознаю, ну, недавно так для себя думаю, как так получилось, что я пришел в эту профессию. Наверное, это какая-то… У вас же не наследство, у вас родители не ответили. Нет, даже не родители, но, наверное, это какая-то такая… нереальность, да, то, от чего хочется сбежать, какой-то свой мир, в котором тебе хорошо и в котором ты можешь творить. Потому что часто в театр приходят для того, чтобы убежать от повседневности, к вопросу о постановке классических и неклассических. В театр приходит за сказкой, то, чего мы не можем получить в реальном времени, да. И наша профессия очень ответственна, потому что жизнь, она очень короткая. Вот этот человек приходит, откладывает свои дела, откладывает свою жизнь. И мы должны за эти 3 часа наполнить его каким-то светом, любовью, действительно, чтобы он ушел из театра с какой-то мыслью. А если да, человек уходит и уходит ни с чем, то мы, получается, взяли и да, тысячный зал оставили без всего, и они прожили свою жизнь. Зря эти драгоценные часы, минуты. Наверное, задача артиста – делать человека и зрителя счастливее. А счастье – это когда человек может думать и мечтать, вдохновляться. Вот, наверное, для меня театр – это определенное вдохновение. Причем не только меня, а вдохновение зрителей, ради кого мы работаем и творим. Ну, мое мнение, что действительно…
Я, например, без театра не могла жить, потому что жить в нашей такой действительности теперешней надо отвлекаться. Конечно. Прокатил, что хватило силушки, разом.